благодарны вам за помощь оказанную. Ну вот, вторник. Я хочу передать, что это решение было всего руководства УВД области, чтобы однодневный заработок перечислить, приобрести необходимую помощь для наших войск и передать вам для защиты наших рубежей. А мы уже здесь на месте будем тоже стараться защитить и не допустить никаких противоправных действий и беспорядков в городе, во всяком случае, в области. Спасибо большое. Вам спасибо. Да. Вот это вот такие бронепуски мы передаем. Ну, скажем так, у нас не достает, но мы свое отдаем вам, да. Мы уже сами как-то тут разберемся, тем более на селе.